Рыба подготовлена. Сейчас мы занимаемся тем, что готовим кисло-сладкий соус. Берем сковородку. Лучше брать глубокую сковородку. Или если у вас есть вок, он подойдет отлично. Возьмем чеснок, бадьян. Двух звездочек будет достаточно. Две палочки корицы. Немного гвоздики. Перец горошком. И лавровый лист. Сковородка греется. Я беру растительное масло. Наливаю. Жду, пока оно согреется, и начинаю обжаривать специи. Когда обжариваешь специи, они выделяют намного больше аромата и открываются сильнее по своим вкусовым качествам. Рубим чеснок. Не обязательно мелко, потому что фракция в соусе будет достаточно большая. В принципе, мы такими ощутимыми кусочками порежем ананасы, добавим помидоры. Они тоже у нас уже заготовленные. Мы купили помидоры мути в собственном соку, которые не паста, а именно порезанные. Режем ананас. Чистим по краям. Так, обрезаем все темные места. Разрезаем ананас. Запомните, что сердцевина вот эта внутри, она очень жесткая. И она плохо жуется. Ее не добавляют никуда. И ее не едят. Нарезаем ананас. И пополам. Попробуйте обязательно кусочек ананаса, и так вы поймете, насколько сладкий будет или кислый соус. Нужно вам добавлять сахара или добавлять кислоты. У меня очень сладкий ананас, поэтому я буду иметь в виду, что мне нужно играть на балансе с кислотой. Как только ананас слегка начнет подрумяниваться, я буду вводить томаты. Почему я не ввожу томаты сразу? Потому что в них есть сахар. И они уже очень мягкие, и они очень быстро горят. Добавляем температуру чуть выше среднего. Мне пришла идея добавить к этому соусу остроты. У меня есть маленький перчик. Называется он птичий глаз. У него очень высокая степень остроты. Поэтому, разрезая его, будьте осторожны. Не дотрагивайтесь до семян. Я даже не буду резать его мелко. Просто брошу два этих кусочка. И в соусе, когда проварится соус, семена распределятся равномерно и дадут равномерную остроту. Поверьте мне, вот этого одного перчика будет достаточно, чтобы сделать весь соус острым. Пришло время добавлять томатную пасту. Перемешиваем все это вместе. Доводим до кипения и варим 5-7 минут. Сейчас у нас пока просто тушеный ананас с тушеными помидорами. Нам нужно добиться консистенции соуса, чтобы он не был таким разрозненным. Для этого я возьму немного воды, кукурузный крахмал, растворю 1 чайную ложку крахмала в воде. Вливаем тонкой струйкой в соус. Хорошо размешиваем. И начинаем доводить до вкуса. Для того, чтобы довести в соус до вкуса, нам нужно его сначала попробовать. Какой он сладкий, кислый, острый, и чего нам не хватает. Сейчас хорошо чувствуются ананасы, но на первом плане все равно помидоры.